Химчане подошли к выборам главы государства с большой ответственностью. На избирательном участке номер 3003 люди выстраиваются в очередь. Немного подождать пришлось и председателю городского совета депутатов Людмиле Тарасовой. Исполнить свой гражданский долг нужно с хорошим настроением, поэтому, естественно, сегодня с одной стороны праздник, с другой ответственное решение, которое принимает наше население в целях, наверное, продолжения будущего нашей страны. Но, естественно, хотелось бы, чтобы все граждане понимали, что стабильное общество – это залог успеха нашей, развития нашей России. Несмотря на серьезность события, выборы для многих химчан – это праздник. Движет горожанами прежде всего осознание гражданского долга. Я считаю, что долг любого гражданина сегодня прийти на выборы и выбрать того кандидата, который, на их взгляд, достоин, который сможет управлять страной. Химки – лучшее место для выборов. Проголосовать в наш город приезжают и из других городов. Борис Богданов – бывший сотрудник Министерства имущественных отношений Подмосковья. Сейчас он проживает в столице, но голосует на химкинском участке. Так случилось, что на этот день у наших приятелей торжество. И мы приехали сюда, чтобы отпраздновать торжество, заодно и проголосовать. Потому что, сами понимаете, когда торжество, бывают какие-то, так сказать, моменты, которые нельзя откладывать на следующий день. На этом участке, как и полагается, прозрачные урны и, конечно же, веб-камеры. На камеры мы не обращаем никакого внимания, потому что выборы у нас честные, и бояться камер нам нечего. И люди реагируют на это нормально, и члены участковой избирательной комиссии. В общем, мы их даже не замечаем. Всего на этом участке должно проголосовать более 2000 человек. Как рассказали сотрудники избирательной комиссии, горожане охотно идут исполнять свой гражданский долг. Никаких нарушений не зарегистрировано. Артем Макаров, Сергей Гвоздев. Специальный выпуск.